bir oydan beri kelib o'tgan testni hozir natijasini hozir biz ekranda tushuntirib berishadi. Потом, когда этот разговор заканчивается, они чувствуют, что все равно какой-то есть интервал движения, значит, надо дать газку. Тошахар Трансхизмат акционерный джамиятный. Мажлис азарда семинар тренинги болып өтті. Бұрты асосы мәселе, шо сөнгі вақытта автобус іштіракыдагі болып өткен йол транс хатсаларыны алдына алыш мақсадыды. Бұл семинар тренинге чет елден, Германиядан келген мұтақасылы келіп, бізге анализларыны көрсетіп берішті. Яни, хайдаучыларыны яшы, хайдаш опытыға қарап, яни, стажыға қарап тұрып, оланы йолады юрышлары бойынша текшіруіне өткізішкенді, бұл текшіруіне o'zlarining o'tkazgan tekshiruvlar natijasini bizga tushuntirib gapirib berishdi. Ushbu o'tkazilgan treningdan men juda ham katta xulosalar oldim o'zimga. Kompaniya Deutsche Bank, которую я представляю, на протяжении уже нескольких месяцев помогает городу Ташкент повысить безопасность движения автобусов, которые перевозят у вас пассажиров, муниципальных автобусов. Мы проводим определенные исследования, которые осуществляют наши сотрудники с большим опытом управления автобусами. Это люди, которые ежедневно, точно так же, как ваши водители, выходят в рейс и перевозят пассажиров на территории Евросоюза. Наше наблюдение показывает, что, в общем, конечно, ваши водители могут ездить на автобусах. Но есть ряд факторов, которые приводят к, я бы сказал, инцидентам, аварийным инцидентам в городе. Это и столкновение автобусов между собой, к сожалению. Это и повышение опасности движения для других транспортных средств. Это в том числе создание неприятных, опасных ситуаций для пассажиров. 30 километров я проехал, я запомнил,